спецносок. Миссисипи. Миссисипи. Мы выбрали в итоге около 7. Обучение нейронного алгоритма, он занимает какое-то время. Вот, собственно, первый ролик, такой тренировочный, назовем его так, да, он готовится около 15-17 дней. А в дальнейшем мы можем ускорять процесс и отдавать в высоком разрешении до 4К. Мы сейчас учимся генерировать в 4К уже лица через 3-5 дней. Полагаю, что в кинематографе просто будет некоторое разделение на контент, созданный с использованием цифровых людей, да, цифровых реплик, AI-реплик, они могут называться по-разному, и с живыми, аутентичными, белковыми, как говорят у нас в нейросетевом мире, героями.